Прекрасный, солнечный, просоленный океаном Сан-Себастьян. Накануне громадного матча для этого города. Реал Сосьедад, Пари Сен-Жермен. Французов предостаточно, особенно в туристических местах на набережной. Очень много французских ультрас. Игра махнула новость в главных испанских спортивных изданиях, и не только спортивных, что многие приехали с своеобразным оружием, неказистыми арматурами, чтобы дать жару. А кому здесь давать жару? Как раз один из официантов, баск, сказал мне, что у нас нет таких ультрас, как у Атлетик Бильбао. Вот этот мирный город не готов к таким событиям. Надеюсь, их не будет. Луис Энрике, в порядке? Ага, в полном. Когда возьмете Лигу Чемпионов? Что? Когда Лигу Чемпионов возьмете? В этом году. Да хорош. Ну да, наверное, не выиграем. Вот и я не верю. Сколько еще нужно денег, чтобы что-то выиграть? Ноль, отвечай, ноль. Арсен, ты увековечен в старом городе. Так это, кстати, переводится, старый город. A few moments later. И на них все смотрят с приятной такой любопытной улыбкой, потому что это праздник, это Лига Чемпионов, это болельщики из самых разных стран, это болельщики другой культуры. Юрий Павлович, здрасте. Добрый вечер. Как вам прогулка до стадиона вечерняя? На футбол всегда приятно идти в группе болельщиков. Вот они, молодые болельщики Реал Сосьедад, да, Паш? Опа. Хорош. За Захаряна? Да. Город очень красивый. Великолепная кухня. Природа здесь. Он всем нравится, город. А в казино океан. Потом? Нет, это не для меня. Ваш любимый стадион в Испании, Юрий Павлович? Ну, наверное, Бернабео. Стадионы в нашей лиге, если в общем взять, они более новые, чем здесь. Только солнца не хватает. Наверное. Вы бы с Флорентино Пересом сработались? Конечно, сработали, потому что он хорошо футбол знает. И он денег бы дал. Мы не срабатываем только с теми, кто футбол не знает. Ну как, Захарян-то вам? Вот если честно. Адаптация идет. На мой взгляд, немножко слабее, чем он может. Но чересчур он скромно. Ага. Я думаю, ему надо больше брать на себя, более быть агрессивным. Но все впереди. Но это время нужно торопить. Время торопить. Надо. Мбаппе делает полную кавабангу, забивает второй.
контратаке в ближний угол. Умеет, могет. Сюда еще приедет в следующем сезоне. Обязательно. В белой футболке. 85-я минута. Этим все сказано. Значит, пришел Реал Сосьедад сдавать экзамен в ГАИ. И не сдал. С первого раза никто не сдает. А когда будет следующий, неизвестно. Очень жаль, что этот матч пришелся на тяжелый период для сан-себастьянцев. Не вышли в финал Кубка Короля. По сути, потеряли шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне. И вот сейчас больше опасности создали фанаты ПСЖ, чем Реал Сосьедад у чужих ворот.